Старки, и возьмите себе на заметку, что к 900-му покажу, какие есть люфты. Давайте сначала разберу 90-сантиметровый. Старки, скажите, что это за хрень? 8 подшипников. Зачем такое писать? Ведь подшипников-то не 8. Следующая плитка со структурой, видите, имеет структуру. Метровая плитка, керамогранит, глянц. Пробуем. Ну что ж, в бой идет тяжелая артиллерия. Керамогранит 10,5 мм. Ну что ж, будем подводить итог. Первейшая порука мастерства – не признавать свое же совершенство. Sometimes it burns, sometimes it hurts. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор электроинструментов, и с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре два плиткореза от торговой марки Stark. Один из них модель MTC 1000 Profi. И второй это плиткорез MTC 900. Ну и конечно же, друзья, я их буду тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. В MTC 900 указали максимальная длина 900 мм. Также указали, что в этом плиткорезе есть 8 подшипников. И максимальная толщина плитки это 14 мм. Также Старки нам здесь указали, что режущий ролик на подшипнике. Вот так выглядит 900 плиткорез. Они нам указали, что в этом механизме каретки есть 8 подшипников. После теста я буду разбирать и смотреть. Максимально можно работать с метровой плиткой и максимальная толщина 14 мм. Ну, в этом плиткорезе уже стоит 6 подшипников. Режущий ролик стандартный, имеет диаметр 22 на 6, толщина 2 мм. И также указали Старки, что к этому плиткорезу идет сумка в комплекте. Да, действительно, в комплекте к тысячному плиткорезе идет огромная сумка. У меня сразу вопрос к Старкам. А почему к 900-ке не дать такую же сумку? Он же сюда спокойно помещается. Почему только метровой дали? Эта сумка имеет двойную молнию. Это чтобы было удобнее сюда ложить плиткорез. Плиткорез помещается в сумку вообще без каких-либо проблем. Старки, и возьмите себе на заметку, что к 900-му тоже нужна сумка. Это как минимум удобно, и многие мастера со мной тоже согласятся. Комплектация в двух плиткорезах одинаковая. Это линейка и две дополнительные ножки. Сама по себе линейка литая и имеет четкую гравировку. И шкала имеет точную разметку. Фиксируется эта линейка очень просто. Есть два фиксатора. Ну, как по мне, лично такой момент с двумя фиксаторами не очень-то удобный. Если, например, вы захотите больше высунуть эту линейку, получается, вы снимаете один фиксатор, и она, получается, фиксируется на одном фиксаторе, и есть люфты. Есть небольшие, друзья, люфты. Как бы я не зафиксировал сильно, есть люфты, видно. Было бы, конечно, лучше, если бы этих два фиксатора были придуманы вот здесь и фиксировали вот так. А в этом месте линейку, тогда бы люфтов не было. Я пообщался с мастерами, и мне рассказали, что эту линейку вот практически вообще никто никогда не использует. И также в этой линейке есть возможность выставлять разный угол. И толщина металла 2 мм. На рабочей поверхности в двух плиткорезах есть мягкие накладки, чтобы не скользила плитка. И также такие накладки есть на дополнительных ножках. Как вы заметили, направляющие в этих плиткорезах разные. В метровом стоит двутавровая рейка, а в метровом стоит просто направляющая, и толщина составляет 10 мм. Каретки по направляющим направляются нормально, но легче направляется вот это, что по двухтавровой. Покажу, какие есть люфты в двух каретках. Вот это, что имеет 6 подшипников на двухтавровой рейке, у нее вообще минимальный люфт. Здесь чуть-чуть люфток будет побольше.
Но это не критично. Направляющая каретка в 900-м плиткорезе имеет фиксатор, то есть мы поработали, зафиксировали, и все, она никуда не катается. В метровом никакого фиксатора нет. Ну а как видите, на рукояти сделали отверстие, то есть вы с собой должны иметь шнурочек, еще не каждый шнурочек сюда влезет, и в конце работы вы вот так шнурочком вот это все дело должны привязать. Но сумка эти все моменты забирает на себя. Ну а для тех людей, кто хочет знать цены на ручные плиткорезы, для этого я зайду на Е-каталог. В поисковой строке напишу «плиткорезы ручные». И как видите, на Е-каталоге огромное количество ручных плиткорезов. И все эти плиткорезы от разных интернет-магазинов. И хочу вам сказать, что Е-каталог не имеет вообще никакой своей наценки. Он просто дает прямые ссылки на разные интернет-магазины. Если у вас ограниченный бюджет, можно выставить фильтр от дешевых к дорогим. А если вы просто посмотреть, какие есть самые дорогие плиткорезы, можно выставить фильтр от дорогим к дешевым. И сразу видно, почем продают самые дорогие плиткорезы. Но если вы ищете какую-то конкретную торговую марку, вы просто выбираете эту торговую марку, которая вам нужна, в моем случае это Stark. И как видите, все плиткорезы Stark как на ладони. Если хотите какие-то инструменты сравнить, добавляйте в свои таблицы для сравнения. Допустим, вас заинтересовал какой-то плиткорез, вы нажимаете на эту модель и спустившись вниз по страничке, сразу видно, какие интернет-магазины вам предлагают этот плиткорез и выбрать для себя самую приятную цену. Но если вы в чем-то сомневаетесь, переходите в таблицу для сравнения и сравниваете все плиткорезы. В общем, друзья, кому интересны ручные плиткорезы, ссылки ждут вас в описании. Кстати, забыл сказать, что рукоять и вот эти все каретки, это все полностью механизм сделан из металла, все полностью металлическое. Также видно специальное отверстие здесь есть, это для того, чтобы облегчить вес плиткореза. Рукояти в двух плиткорезах имеют прорезиненные накладки, но в метровом есть еще дополнительное место для хранения запасного ролика. Видно, да? Здесь ролик положили, и он всегда у вас будет под рукой. Почему такое не сделали в 900-м? Ну, я не понимаю, Старки, это удобно, это тоже нужно сделать. И также лапки, которые ломают плитку, в двух плиткорезах фиксируются на магниты, имеют, видите, неодимовый магнит, и без проблем нормально фиксируется. Все точно так же в 900-м, и все точно так же фиксируется. Удобно? Удобно. Кстати, друзья, смотрите, на 900-м есть специальная демпферная резинка, об которую ударяется каретка. В 1000-м такой резинки нет, и вот этот винт ударяется об саму каретку. Ну, могли бы сюда придумать какое-то резиновое уплотнение или на винтик одеть какую-то резинку. И мне что-то лучше нравится, как монорельса зафиксирована в 900-м. Она упирается в жесткое крепление, здесь она просто прижимается винтом. И сразу вам хочу сказать, когда я достал из упаковки, я заметил небольшие люфтики. То есть, если вы покупаете такой плиткорез, смотрите внимательно на шестигранник, это все дело нужно дожать, видите, дожимается. Вот, это все дело нужно взять шестигранник и подотягивать. Также здесь крепление тоже нужно дотянуть, все нужно, друзья, дотягивать. И также на 900-м тоже нужно все немножко подотягивать. Я сейчас открутил вот этот винт и вижу небольшой косячок. Снизу, во-первых, нету никакой гайки, потому что вот это все крепление снизу фиксируется еще на гайку, еще и контрагает, и плюс нет никакого гравера. Я уверен, что после некоторой работы вот этот винт будет сам по себе раскручиваться. И чтобы этого не было, я бы рекомендовал Старкам обратиться на завод, где собирают вот эти плиткорезы, чтобы снизу дополнительно вот этот винт еще контрагаять, или как минимум давать сюда какой-то фиксатор резьбы. И как по мне, друзья, тут двутавровая рейка, она более надежна и меньше прогибается. Поэтому на метровый поставили, соответственно, сюда двутавровую рейку. А на плиткорезе, который имеет 90 сантиметров, эта направляющая уже немного прогибается. Все же таки фиксатор каретки нужен однозначно, согласитесь. Я только что брал метровый, и меня каретка ударила по руке, да? Или там она улетает туда вниз. Вы зафиксировали каретку, берете спокойно плиткорез, и вот эта каретка вообще никуда не вылетает, как бы вы его ни переносили.
Ну что ж, давайте немного погоняю эти плиткорезы. Так, для начала обычно грессовскую плитку. Сразу говорю, я не профессионал, слишком хейтить сильно мне не надо. Покажу вблизи, какой получился рез. Видите, друзья, сколов абсолютно не видно. Но... Также еще покажу с этого ракурса. Видите, да? Ну, это обычная плитка. Давайте теперь попробуем тоненькую полоску отрезать. Ну, как бы сейчас справляется нормально. Давайте еще эту полоску еще на двое попробуем. Ну, смотрите сами, друзья, режет. Ну, я здесь переборщил и ударил. Видно, пошел скол. Но если рука набита, я думаю, профессионал с такой задачей справится лучше. Еще давайте одну попытку. По-моему, в этот раз получилось все идеально. Идеально. Так, давайте теперь попробуем метровый с двухтавровой балкой. Как он справляется, как он работает. Ну, я думаю, результат налицо, все четко, сколов особо-то никаких и нету. Ну, я так думаю, потому что ролик новый и качественный. В принципе, друзья, ну, на такой маленькой плитке идеально. Дальше попробуем на большой. Так, давайте попробуем тонкие полоски порезать. Ну, друзья, сами все видите, на тонкие-тонкие полоски он без проблем режет. Так, друзья, следующая плитка со структурой, видите, имеет структуру. Давайте попробуем, как плиткорез работает с этой плиткой. Друзья, ну согласитесь, структурную плитку на плиткорезах почти никто не режет. И потому что, видите, что случается, идет неровный скол из-за того, что она имеет неровную поверхность. Такая плитка режется на станках или же болгаркой. Давайте еще раз. Также попробую 900-й. Ну, 900-й как бы получше справился, но, друзья, тоже видите, что рез, скол получается неровный, есть волна. Ну, это все дело получается из-за этой структуры. Следующая плитка у нас глянцевая, толщина ее 7 мм. Говорю сразу, друзья, у меня рука не набита, работаю как могу. Еще разок. Видно, как работает глянцевый. Уже здесь пошли сколы. Возможно, я сильно даванул. Давайте еще раз на рукоять, я не буду сильно давить.
Ну, в этот раз уже получилось лучше. То есть, получается, рукоять имеет большой рычаг, и давить совершенно вообще не нужно. Просто легонечко направляешь по направляющей, и все, режет. Если я сильно давлю, будет как в прошлый раз. В этот раз идеально, почти без сколов. Так, сейчас посмотрим, или ровно. Ну, внутри есть небольшой просветик. Но я так думаю, что у меня просто рука не набита. Ну, а так нормально. Так, друзья, керамогранит, толщина его 8 мм и длина его 60 сантиметров. Так, сразу покажу качество реза вблизи. Это керамогранит. Так, сразу проверим геометрию, или ровно. Нет никакого пуза и нет никакой большой впадины. Так, взял модель тысячную и также керамогранит проверю. Покажу вблизи. Ну, нет особо каких-то сколов сильных. Ну и, пожалуйста, смотрите, как ровно. Так, давайте ради чистоты эксперимента попробую еще тоньше полоску сделать. Что-то я передавил за сильно, переусердствовал, и пошел у меня слом. Нет, нет, дальше уже не получается. Так, глянцевая плитка, длина ее 75 сантиметров. Друзья, я не профессионал, ругать меня не надо, работаю как могу. Ну, смотрите, сами все видите, это глянец. Также покажу вблизи, ну, у меня рука не приспособилась. Возможно, я сильно даванул. Попробую еще раз. Видно, да? В этот раз я еще сильнее даванул, но зато расколол ее сразу за один раз. Так, сейчас попробуем на 90-сантиметровом. Точно так же, друзья, если сильно не давить, то скол получается более-менее нормальный. Так, давайте попробую керамогранит, толщина какого? 90 миллиметров. В принципе, нормально, идеально. Но вначале у меня пошел неровный скол, это, видимо, из-за того, что я пару раз провел роликом по плитке. Друзья, резать нужно с первого раза. У меня есть кусок плитки керамогранит глянцевый, длина его 1,20 м, я сейчас 20 сантиметров отрежу и попробуем, как справляется с метровым. Так, покажу вблизи. Это я только что вот этот кусок отрезал. Здесь у меня немножко начербило, потому что здесь угол 45 градусов видно. А так, в принципе, нормально. Сейчас еще попробую метровый кусок отрезать. Так, друзья, метровая плитка, керамогранит, глянц. Пробуем. Сразу говорю, я не профессионал. Друзья, это керамогранит, 1 метр, ну, как по мне, идеально. Практически сколов нету,
И причем по всей длине. Возможно, я уже руку набил, друзья, а? Что скажете? Идеально все, идеально. Давайте еще раз попробую вот этот кусок, что остался, еще раз надвое его распилить. А, друзья, что скажете? С первого раза. Пожалуйста, покажу это все дело вблизи. Вообще минимальные сколы. Минимальные. Насколько ровно. Есть в некоторых местах небольшие просветы, но это все дело, я считаю, нормальным. Ну что ж, в бой идет тяжелая артиллерия. Керамогранит 10,5 мм. И также, друзья, длина 1 метр. Погнали! Сразу скажу, я давнул сильно, очень сильно. Видно, есть небольшие сколы. Старался за один раз это все пройти, что даванул чересчур. Сейчас попробую более лайтово давать. Идеально, друзья, просто идеально. Видно, да? Лайтово более придавил, то есть на рукоять получается не нужно сильно давить. Друзья, насколько все хорошо и практически без больших сколов. Покажу вблизи. Ровненький, ровненький идет разрез. Пожалуйста. Десять миллиметров. Притулил эту метровую плитку к направляющей. И сами все видите, что все ровненько. Вообще нигде нет никакого пуза. И нет никакой впадины. То есть, друзья, для метровой плитки это реально показатель. Покажу еще раз вблизи. Это момент, когда я сильно даванул, перестраховался, видите, да? Просто когда давишь, то ролик сам по себе начинает делать сколы. А уже в этом куске я вообще ничего не давил. Лайтово провел просто вперед. Друзья, ну и сами все видите, все просто в идеале. Точно так же глянцевые отрезки, тоже все полностью идет в идеале. Здесь вообще никаких претензий нет. Если сильно не давить, если будет работать профессионал, то рез получится еще лучше, чем у меня. А вот здесь видно, я даванул и пошли небольшие сколы. Давайте сначала разберу 90-сантиметровый, посмотрим, сколько здесь подшипников. Интересно, сколько же здесь подшипников стоят? Не обманули ли нас старки, а? Написали это 8. Сейчас дотошный все посчитает. Ну что ж, затаили дыхание и смотрим. Оба-на! Старки, скажите, что это за хрень? 8 подшипников. Зачем такое писать? Ведь подшипников-то не 8. Друзья, ну и считаем вместе. Каких нафиг 8 подшипников? Считаем. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 подшипников. Каких нахрен 8? Старк, пишите. 10 подшипников. Смело можете это писать. Старки, пожалуйста, передайте это послание китайцам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, друзья, это по-китайски. Телефон посчитал до 10. И это важно передать китайцам, пускай указывают 10 подшипников. Также очень понравилось, что в этой каретке есть силиконовые вставки. Ну что ж, друзья, давайте от метрового плиткореза разберу каретку и также посчитаем, сколько там подшипников. Ну что ж, смотрим, считаем. Ну, здесь все видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 подшипников, все точно так, как и указали. Сначала подумал, что ручка фиксируется на втулке, а потом смотрю и думаю, да не может быть, что-то думаю, слишком уж какие-то широкие втулки. Я разобрал от 900 и посмотрел, да, друзья, это тоже подшипники.
Кстати, друзья, и режущий ролик в двух плиткорезах фиксируется также на шариковых подшипниках. Ну что ж, будем подводить итог. Друзья, скажу свое субъективное мнение, что мне понравилось в метровом и что мне понравилось в 90-сантиметровом. В 90-сантиметровом мне понравилось, что каретка имеет возможность фиксации. Также понравилось в 90-сантиметровом, что есть специальные демпферы. Но мне не понравилось, что Старки зажали реально сумку для этого плиткореза. Также меня удивил тот момент, думаю, и вас удивил, что здесь стоят аж 10 шариковых подшипников. В метровом плиткорезе мне понравилось, что здесь стоит двутавровая рейка, и здесь будет получаться более точный рез. Но мне не особо понравилось, как фиксируется эта рейка. Во-первых, на каретке нет никакого демпфера. Во-вторых, на самом болте нет снизу гайки и нет никакой контрагайки. Но это все дело поправимо, можно это все дело доработать. И также понравилось, что он с метровой плиткой справляется на 5 с плюсом. Кстати, в 900-м я бы еще добавил точно такую же ручку, как в метровом, чтобы здесь откручивалась ручка и была возможность здесь хранить режущий элемент. Друзья, а также пишите в комментариях, кто пользуется такими плиткорезами или наподобие, как эти плиткорезы. Это очень будет важно людям, которые хотят выбрать плиткорез.